выгнали. Я был расстроен. Но зато теперь я вернулся, чтобы драть их всех. В спецвыпусках мыслить как подписчик. Фидос против всех. Всем привет, Чужик налаживает прическу, у меня уже давно все налажено, и мы начинаем очередной выпуск «Фидос против сеть». В сеть. Сегодня у меня в соперниках Антон Чужой, совершенно не понимаю, чего от него ждать, мне кажется, будет напряженная битва. Ты знаешь, что Чужой первый твой соперник в мыслить как подписчик? Нет. И ты ему проиграл. Вау! Раз, два. Нет, давай, кто проиграл, тот выиграл. Давай. Это... Давай. Это... Раз, два, три. Я всегда выигрываю эту игру. Какой предмет поможет тебе заработать денег? А время идет? Нет. Просто надо думать. Какой предмет просто поможет? Просто надо думать. Предмет, блядь, что нахуй? Телефон. 5. Вау. Что, машина какая-то? 4. Нет. Поможет заработать мне денег. Твой ответ? Крипта. Ну я не знаю, компьютер может быть. 5. 3. Ну а может быть там, что они отвечали, школьные предметы? Одежда. Продать, типа, купить-продать. Футбольный мяч. Голова, блядь. Ну, в целом, если ты красивая женщина, то она тебе может помочь заработать денег. Ну, а у мужчины вот что поможет? Красота. В голове. Мозги. 1 балл. Предмет, блядь. Водительские права. Квартира. Молоток. Да ладно! Поможет заработать. Да. Если вы сейчас планируете какую-то крупную покупку, и тем более ту, которая в будущем будет приносить вам деньги, то кредитная карта Тинькофф Платинум – это то, что вам нужно. А ведь это кредитная карта с кэшбэком и кредитным лимитом до 700 тысяч рублей. Проценты по карте не нужно платить до 12 месяцев за покупку в рассрочку, до 120 дней за погашение других кредитов и до 55 дней за другие покупки по карте. У Тинькофф удобное современное приложение и служба поддержки всегда на связи. Снятие и пополнение в любых банкоматах. Бесплатно пополняйте кредит наличными или переводом с других карт. И если вы все хорошо обдумали, то заполняйте заявку на оформление карты по ссылке в описании. А самое главное, если вы оформите ее до 22 ноября включительно, то обслуживание карты будет навсегда бесплатным. Ну и кстати, карту привозят на дом быстро и бесплатно, а это очень удобно. Что должна уметь каждая женщина? Я не знаю, давай, готовить, ладно. 5. Сосать. 4. Стирать. Убираться. 2. Не изменять мужу должна уметь каждая женщина. Быть верной. Нет, отстой полный какой-то я придумал. Так, быть верной, а еще каждая девушка должна зарабатывать деньги. Хвалить мужа должна уметь. Любить мужа. Ходить. Хотелось бы целого, чтобы она ходила. Заниматься спортом. Так нахуй еще она нужна будет? Готовить, ходить, сосать, блядь. А воспитывать детей? Чуть-чуть надо было пораньше взять. Рожать? Заниматься сексом. Целоваться? Блять, а ты пошел, да, пониже к этой возрастной категории? Думайте, подписчики писали. Должна уметь красиво одеваться. Лизать в жопу. Каждая девушка. Дрочить. 3. И что осталось? И последнее такое в целом, все должны это уметь делать. Читать. 1. Что? Читать, что за блядь? Кто не умеет читать? Должна уметь читать, блядь. Писать, да. Рисовать. Нет, блядь, писать еще ладно, читать. Кто не умеет читать? Счет 15-15, игра наоборот. Игра наоборот! Что нужно сделать, чтобы стать популярным в интернете? Что нужно сделать? Блядь, записать видос. Популярный, трендовый, блядь. Купить рекламу у блогеров. 3. Купить камеру. Перейти в Амкал. Чтобы стать популярным блогером. Не блогером, а в интернете. В интернете. Быть креативным. Блядь, что-то так впадло думать. Да. Мы еще не пробили самые два популярных, да, ответа причем. Что же делать, чтобы быть популярным в интернете? Ну, просто стать блогером. Это не считается? Уметь монтировать. Да ёпта. Блядь, снять вирусный ролик и придумать классную идею, это одно и то же. На мой взгляд. У тебя нет, тогда снять и придумать крутую идею, как продвигать себя. Снимать качественный контент. Отсосать у Германа. Сделать коллабу с известным блогером. Давай, ладно, снимать тиктоки. 1. Снимать обнаженный контент.
5. Да. Все, ну, кстати, логично, да. Смотри футбол с моими надежными партнерами BetWinner. Вводи промокод FLOMD при регистрации и получай бонус до 25 тысяч рублей. Вся необходимая информация находится в закрепленном комментарии. Все, давай, там, игра, супер игра. 7 очков разницы, ты готов? Да. 1, 2, 3. Что ты первым делом делаешь, когда приходишь домой? Ем. Что ты берешь с собой на свидание? Телефон. Что есть в каждом доме? Телевизор. Что можно побрить, кроме усов и бороды? Подмышки. От кого ушел колобок? От медведя. Слушай, 5 вопросов, 20 секунд, те же самые, если ты повторишься, услышишь звук. 1, 2, 3. Что ты первым делом делаешь, когда приходишь домой? Ем. Умываюсь, моюсь. Что ты берешь с собой на свидание? Цветы. Что есть у каждого в доме? У каждого в доме холодильник. Что можно побрить, кроме усов и бороды? Яички. От кого ушел колобок? От лисы. Что ты первым делом делаешь, когда приходишь домой? 5 баллов, раздеваюсь. Угу. 4, мою руки. О, я скажу. Ты чужик, нет? Да. 3, разуваюсь. 2, ем. 1, играю в комп. Что ты берешь с собой на свидание? Цветы. Цветы хороший ответ. 1 балл деньги, 2 конфеты, 3 телефон. О, это мой. 4 презервативы. 5 цветы, да? 5 цветы. Блядь, это все, ты победил. Плюс 11. Что есть у каждого в доме? 1 балл раковина, 2 туалет. Точно. 3 телевизор. 4 холодильник. Нет, все хотят жрать. Я выебал меня. 5 кровать. Бля, кстати, компьютера не было вообще. А компьютер нахуй ни у кого нет, блядь. Ну, у каждого в доме есть. Что можно побрить, кроме усов и бороды? Интересно. 1 балл брови. Да. 2 подмышки. Всего 2. 3 лобок. Я хотел сказать лобок. 4 голову. 5 ноги. О, ну это лобок, наверное, засчитаем, нет? Да нет, яички — это яички. А у тебя что? У меня подмышки. И от кого ушел колобок? 1 балл от медведя. Это всего твоё. Лишь? 2 от волка. Он от лисицы он не ушел, потому что лиса его съела. Ай, блядь, 3 от зайца. И от лисицы сейчас скажут. 4 от дедушки, 5 от бабушки. А я ничего не знаю ответить, лис. Чушь выиграл. Чушь выиграл, хорош. Блядь, она... Нет реванша, нет реванша. А я еще так уверенно ответил от лисы, такой 5 баллов, думаю, кто вспомнил, я же так давно был уже, не ушел. Фидос ушел. Отвратительная статистика в Фидосе против всех, 2 поражения, всего лишь 1 победа. Но меня еще ждут 2 схватки, да? Нет, еще 7. 7? Это как будто бы я рожаю сейчас. У меня еще 7 схваток впереди. Выбирай следующего. Давай, зачем я буду выбирать? Нет, ну ты выбери кого-нибудь. Мне все равно, главное, чтобы интересно было. Я готов и проигрывать, главное, чтобы давай было интересно. Давай я выберу. Выбери ты, если хочешь. Так, кто у нас сегодня в монтировке? Так, начнем. Ты выбери, я... Бару, давай с барой. Вот с барой, заебись. Это победа будет точно. Хорошо, давайте. Все, я пошел мыться, давайте, пока.